Добрый день, ребята! Сегодня я предлагаю нарисовать красивый зимний пейзаж. Сначала при помощи легких карандашных линий мы обозначим примерное расположение всех объектов. На переднем плане наметим елочку в виде треугольника. Чуть дальше, с правой стороны, мы нарисуем домик. Вдали обозначим очертания леса. Наметим сугробы и дорожку, уходящую вдаль. Нарисуем небольшой кустик. Ну а сейчас прорисуем более детально елочку и домик. Проведем вертикальную линию в центре и поделим эту линию на 5 частей. Прорисуем схематично боковые части и верхушку елочки. Сейчас вырисовываем более детально контур зимней елочки. На ветках нарисуем контур снега. Вытираем все вспомогательные линии. Прорисуем домик более детально. Изобразим ему крышу, трубу, окошки. Перейдем к цвету. Сначала начнем прорисовывать верхушку. Давайте определимся, у нас будет закат. То есть сначала будем рисовать желтым, оранжевым цветом, а затем будем добавлять голубой и синий. Thank you.
Лес на дальнем плане мы разукрашиваем темно-синим цветом. Разукрасим домик, он будет коричневый. Окошки разукрасим желтым цветом, а на крыше будет лежать снег. Прорисуем голубым. Начнем разукрашивать елочку зеленым цветом. Можно сначала использовать светлый зеленый, а потом темно-зеленым разукрасить тени на ветках. Светлым голубым разукрасим снег.
Этим же голубым цветом разукрасим дорожку. Разукрасим сугробы. Коричневым цветом прорисуем кустик. На веточках также можем нарисовать снег. Немножко желтого цвета добавим на сугробах. Ну вот и все. На этом мы будем с вами заканчивать. Я думаю, у всех получился красивый зимний пейзаж. Ну а я с вами не прощаюсь, а жду вас на следующих уроках. Пока-пока!